Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Warriors Orochi Ultimate. Очередная миссия 6 главы. Очередная локация, где мы ищем душу Одина. На самом деле затянулась прелюдия. Видать, граждане-сценаристы вообще не напрягались. Пришли в одно место, поискали, не нашли. Пошли в другое место, поискали, не нашли. В третье место пошли, поискали, не нашли. Я офигеваю. Неужто им за это еще и деньги платят? За такие сценарии. Не, ну там вроде дальше-то будет поинтереснее. Но пока что мы вот ищем. Короче, на очередное место отправились, ща будем искать. Так, Гай тут говорит, что она призвала фантома. И будет все зашибись. И тут им сообщают, что на локации замечена молодая женщина, окруженная вражескими силами. Япона-мать, говорит Гая. Она же гея. Надо спасти. Когда девушка в беде, мы не можем оставаться в стране. Так что пойдем ее сейчас спасать. Ой, как много они говорят ни о чем. Вместо того, чтобы броситься на помощь бедной девушке, они все перетирают тут. Из пустого в порожнее переливают, короче. Давайте уже, побежали. Ян-Джан тут на своем. На своей, короче, волне. Так, ну и погнали. Ну как бы мы уже понимаем, кто там, да? Жанночка, которая Дарк. Вы по ней скучали со времен третьей части? Я нет. Ну, по крайней мере, я теперь конкретно прокачиваю своих бойцов перед началом каждой миссии, поэтому проблем уже нет с прохождением-то. Так, погнали дальше. У нас тут, по идее, все ворота заблокированы, поэтому пока что мы к Жанночке прорваться не можем. Пойдем туда, куда можно пойти. Здесь можно и бахнуть. А можно и не бахнуть было. ついていきたい。そう思わせる戦いだ。
Кстати, вроде визуальная составляющая улучшилась немножко, или мне кажется, может, я давно не играл. Вроде раньше эффекты визуальные не такие были прокачанные. Но, скорее всего, мне просто кажется. Опять появились кабанчики. Опять у пацанов будет шашлычок после боя. Так, ну вроде всех перебили. Теперь надо. Кстати, я узнаю эту локацию. Хотя, с другой стороны, почему бы я не узнал эту локацию? Здесь все время одни и те же локации. Для этого, блин, дополнение ни одной новой локации не нарисовали. Ёлки-палки, поленились. Ну, по крайней мере, я вот уже так... Ну, ближе к середине, похоже, продвинулся уже по сюжету этого самого расширения. Ни одной новой локации я так и не увидел. Все происходит на старых. Отлично. Жахнул, так жахнул. Так, и куда меня ведут? Ага. Еще один вражина. А, это типа маг. Нифига себе. Уничтожьте бы колдуна. Нормально теперь. Все, теперь огонь пропал. И мы теперь можем пройти везде, где захотим пройти. Так, минус один. Осталось совсем чуть-чуть. Жаночка, держись. Я бы, конечно, сейчас мог пошутить про это, но это будет слишком. Ну, все же знают, что она непорочное дело, да? Thank you.
Еще кабаны. Что-то у Суньца магическая атака не очень. Давай, Маеда, покажи, на что способна семья Маеда. Нормально, так этого мы. Так, минус. За них экспы, правда, дают 50. Так вообще бесполезные. Беспонтовые эти духи, призраки, блин. Правда, вроде бы на пандемониуме. А, этот самый. С них кристалл валится на пандемониуме. Вот что я хотел сказать. Нос зачесался просто. Мы, правда, не с той стороны. А хотя с другой стороны, почему мы не с той стороны? Нас с другой стороны-то бы и не пустили. Где-то тут он, Киамори-то наш. Но я его не стал добивать. Думаю, оставлю его на самый десерт. А вот теперь можно жахнуть. Там как раз недобитки остались. Готово. И теперь Киамори. Твоя мать, твоя очередь. Ух ты, кто там так мощно жахнул. Ну все, Киамори отъехал. Жаночку мы спасли. Но это еще не конец. Она, понятное дело, нас благодарит. Ну тут ее спрашивают, а как ты тут оказался? Она говорит, а я не помню. Я как раз с англичанами сражалась, а потом вдруг хлоп. Я обнаружил себя посреди демонов, которые были настроены прям вот недвусмысленно. Так, мы нашли Одина. Этого Фантомыча. Пойдем послушаем, что он скажет. Вот непонятно, зачем я пешком бегу.
Мог бы на лошадку сесть. О! Наконец до меня дошло, что на лошадке-то быстрее. Циклоп. Два циклопа. Минус один. Именно старую. Так, все. Давайте поговорим с фантомом. Только я никак не мог понять, куда мне ткнуться. По-моему, куда-то сюда. Но не факт. А вон он стоит. Ну, короче, он все тут рассказывает о том, что это его последняя надежда, этот мир. Чтобы взрастить Идрасиль и начать все сначала после Рагнарока. О, а еще и Дадзи приперлась, а ну ты тетя. Хулиганка. Ушастая. この兵力さ、まともに相手をするのは避けるべきか。同感だな。ここは一度引くとしよう。しんがりは俺と高虎で務める。要請、お前はその娘を頼む。よもや人間に指示される日が来ようとは。 Так, они не хотят со мной драться. Они куда-то бегут. По сути, тут получается, что Дадзи опять встал на сторону Одина, а вместе с ней встали на сторону и этот самый Минамото, поскольку он имеет перед ней этот долг жизни, блин. И Химика, поскольку она всюду за Дадзи следует. Ну и Суню-кун, он просто развлекается. Я так это понимаю. Что странно, здесь нам Дадзи помогает победить Дадзи. Ну, она просто у меня в саппорте. Реально им надо, я имею в виду разработчиков, нанимать нормальных сценаристов уже просто так. Такую бредятину порят, просто нереально. Не, ну это, конечно, ценно как отдельный жанр все-таки. В играх Мусоу, по-моему. Ну никто не играет в игры Мусоу ради сюжета. Офигеть, как тут народу-то. Ну,
Попал. Нормально. Бай-бай, говорит. Спать пошла, короче, бай-бай. Так, теперь надо их довести до точки эвакуации. Наших друзей. И новоприобретенную Жаночку. Нормально. И добиваю. Я надеюсь. Нормально. Можно добежать до канадской границы. О, господи, он опять тут. Ничего тебе не имется, дедуля. Готов. Нинджан, типа того, что очень восхищен. Так, ну и тут Жаночка, конечно же, представляется, благодарит нас и спрашивает, а что тут нахрен вообще такое происходит в натуре? Ну да, она тут как бы повторяет то, что я уже говорил, что я спрашиваю, а как ты тут оказалась? Начнем с того. Она и говорит, что дралась я, значится, с англичанами-то, а потом вдруг хлопа, и тута. И нифига не помню. Упала, очнулась, гипс. Ну и просит нас рассказать, что тут происходит. И ей рассказывают. Ага. Я бы поняла. Надо Одину прямо задницу надрать. Точно. Короче говоря, я к вам присоединюсь, а потому что мне все равно делать нечего. Ну, и говорят, ну, хорошо. Красивых баб мало не бывает. В смысле, много не бывает. Поэтому пусть будет. Я как покажу все, на что способны, чтобы спасти несчастных жителей этих земель. Ну и тут Инджан тут восхищается людьми, так же, как в свою очередь Тайган Мон когда-то восхищался. Так, продаем второго уровня говно всякое. Третий уровень пусть будет, пока валяется. Просто я так не оружие пятого уровня так и не нашел. Ну их его надо выбивать, блин. А мне лень.
Так, ну чё? Идем дальше инвестигейтить. Локи, у меня не кокороатари ванай нука? Не, Локис спрашивает, что он имел в виду, когда говорил про Fated Dead, что это значит, фиг он знает. Да, он, кстати, глаз свой пожертвовал. Ага. На нас опять напали, твою мать. Ну ладно. Так, а тем временем Чон Куй работал шпионом. И, собственно, химика его просит об одолжении. Говорит, ты у нас классный детектив, шпион, все дела. Поможешь нам в одном деле? Кстати, это непонятно, это его воспоминания или что? Химик-то сейчас нам враг вроде как. Почему она просит его о помощи? Это еще было до того, как они присоединились к коалиционной армии? Или еще до того, как они ее опять предали? Ну, короче, Чон Хуй не очень-то доволен. Говорит, что я буду теперь нянькой-сиделкой для какой-то мартышки и девчонки, которая только-только с горшка слезла. Ну, ладно, говорит, я выполню свою миссию и все такое. Ну, как мы будем выполнять эту миссию, узнаем несколько позже.